Вас. Итак, приветствую вас, мои дорогие друзья, гости Ютуба, а также мои подписчики и также подписчики группы в Фейсбуке, где будут продаваться вот эти монетки, что сегодня у нас представлено. Внимание, у нас сегодня монетки Зимбабве и монетки Финляндии. Сейчас мы быстренько их с вами рассмотрим, что же у нас здесь есть интересненького. Итак, первая у нас монетка 1 цент 97 года. Такая вот монетка, гурт ребристый. Вот видно, гурт ребристый. Такое вот изображение то ли птицы, то ли... Таким вот изображением, 97 год. Материал у нас стали с бронзовым покрытием. По каталогу у нас идет гурт гладкий. Здесь почему-то ребристый. Интересно, это или брак, или вот у нас... Нет, это, наверное, какая-то опечатка в каталоге. Вот тут грунт ребристый. Все нормально. Такая же самая вторая монеточка. 1 цент, грунт ребристый. Та же самая птичка. Такой вот она еще и блески у нас. Красивые блески. Данная монеточка. Вторая монеточка, это у нас тоже 1 цент. Но уже тоже грунт ребристый. Вот. Но уже... 95 года. Надпись Зимбабве. Так, следующая наша монеточка. Это у нас 20 центов. 1980 года. Медно-никелевый сплав. Вот монетка с изображением таким вот мостом. Прекрасная монеточка. В прекрасном состоянии. Гурт у нас гладкий. Вот. Гурт гладкий. И такое же изображение на авесе. Надпись Зимбабве, 1980 год. Такая вот монетка в прекрасном состоянии. Вот. В прекрасном виде. Следующая наша монетка, это у нас 50 центов 2001 года, извиняюсь. Таким вот, с таким вот изображением с восходящим солнцем. Вот гурт гладкий. Надпись Зимбабве, 2001 год. Монетка в таком вот состоянии. Прикольная. Может быть с хорошим пополнением вашей коллекции. Ссылочка, как всегда, в описании. Так, следующая у нас монетка. Это у нас уже пришла монетки Финляндии. Говорят, такая. Первая это у нас один пенни 1968 года. Вот такая вот монеточка. Гурт гладкий. В таком вот прекрасном состоянии. Следующая у нас монетка, монетка медная была перед этим. Следующая у нас монетка 1 пенни 70-го года. Кстати, уже в Финляндии печатаются евроценты, этих монет уже не чеканится. Так что их уже, в принципе, как бы не будет. Они выведены с обихода. Гурт гладкий. И вот такой вот 1970. И одна разница, сами видите, то медь, это алюминий. Следующая наша монетка, это у нас 5 пенни. Такая вот монетка, где наш фокус. Такая вот стандартная монетка, гурт гладкий. 1971 год. Такая вот прекрасная монеточка. Материал у нас медь. Вот. Такая вот прекрасная монетка, может стать красивым пополнением вашей коллекции, если у вас таких нет. Финляндия 10 пенни. Уже было на моей группе в Фейсбуке. Может кто-то приобрел. Здесь вот такое изображение цветков, колокольчика, буквочка М. Финланд. Мидный никелевый сплав. Обиходная монетка. Так, и следующая наша монетка. Это у нас одна марка. Одна марка 1981 года. Вот такая вот монетка. Гурт у нас с надписью. Вот такая вот монетка с Suomi Finland. Такая прекрасненькая монеточка. Вот на реверсе у нас монетки 1981 год. Мидный никелевый сплав. Так, следующие у нас уже финские монетки более такие симпатичные. Это 10 пенни 1982 года. Вот такая вот монеточка. Гурт ребристый. 82 года. Тасвани Саун. Тасван
наверное, как бы так может читаться, может я неправильно, так что не прошу вас сильно там не распространять, не обижать. Так, 10 пени с изображением дерева, с изображением вот этого вот льва с мечом. Так, материал алюминий, бронза, монетка обиходная. У нас следующая монетка, это 20 пени 75 года. Такие вот 20 пени с изображением дерева. Вот. Где наш фокус? Так, гурт ребристый. Есть следы обихода. В таком состоянии. 75 год. Вот такая же самая 20 пени, но уже в более лучшем состоянии. Ну и более, наверное, 83 год. Гурт ребристый. 20 пени. Такая вот монеточка. Ну и последние наши монетки на сегодня. Это у нас 50 пени. 50 пени Финляндия. Так, что же у нас тут изображение? То же самое дерево. Гурт ребристый. 75 год. Изображение льва с мечом. Вот. Так же самое 50 пени. Гурт ребристый. Так же самое 79 год. И вот такая вот 50 пени, гурт, тоже ребристый, 78 год. Все монеточки будут выставляться в группе в Фейсбуке. Кто не подписался на мой YouTube канал, подписываемся. Будет много интересных видео с монетками для быстреньким таким вот обзорчика. Кто захочет себе в коллекцию, переходим по ссылочке в описании на Facebook. Мою группу регистрируемся, ставим плюсик, монетка ваша. Всем спасибо за внимание, всем пока.